В воскресенье митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин посетил Спасский женский монастырь. Первое, что он совершил на его территории – великое освящение надвратного храма в честь всех святых в земле симбирской просиявших. За богослужением молились игумени Сергия Вотрина и сестры обители. Затем владыка совершил божественную литургию в освященном храме. По окончании литургии был совершен чин основания Спасского собора, главного храма возрождаемого Спасского монастыря. В фундамент храма была заложена капсула с хартии. В ней указали, когда, в честь какого праздника или святого, при каком патриархе и архиерее и чьим усердием строится церковь. В этом важном событии церковной жизни приняли участие губернатор Сергей Морозов и попечитель монастыря Игорь Любченков, директор благотворительного фонда «Доброе дело». Митрополит Лонгин поблагодарил попечителей монастыря, чьим усердием возрождается прежде поруганная и разрушенная обитель. Несмотря на трудности, несмотря на то, что произошло за последнее столетие, происходит нечто невероятное. Монастырь возрождается на своем старом месте. Монастырь возрождается, церкви, храмы строятся, освящаются. Но самое главное, здесь вновь загорелась лампада иноческой жизни и иноческой молитвы. Глава региона в своем выступлении подчеркнул историческую важность события. Спасский женский монастырь и все его храмы являлись неотъемлемой частью Симбирска и были его ровесниками. Возрождается один из самых главных соборов нашей древней, красивой Симбирской губернии. Собор, который здесь стоял на протяжении 400 почти лет. И я хочу обратить ваше внимание, особенно внимание наших детей, что это событие происходит спустя 100 лет с момента его закрытия. Митрополит Лонгин поблагодарил главу области за попечение о Спасском монастыре, поздравил его с днем рождения и подарил икону Спаса Нерукотворного. Губернатор, в свою очередь, преподнес владыке букет цветов и картину с видом старого Симбирска. В качестве благодарности митрополит Лонгин также вручил церковные награды благотворителям и строителям монастырских храмов. Игумене Сергии был передан сертификат доверия как победителю конкурса на представление грантов президента Российской Федерации. Кроме того, по благословению архимандрита Евлогия Иванова, настоятеля русского на Афоне Пантелеймонова монастыря Спасской обители, была передана икона Божьей Матери Млекопитательница, написанная в XIX веке в скиту пророка Божия Илии на Святой горе Афон. Ирина Антонова, Артем Куранов, Новости Улправда ТВ.